1 мая – это не только день солидарности трудящихся, но и старт сезона фонтанов в Твери. Одним из главных мест притяжения жителей и гостей города в прошлом году стал новый светомузыкальный фонтан на Соборной площади. Тверская картинная галерея сообщает, когда и как он будет работать в этом сезоне. Фонтан будет работать ежедневно с 9 до 22 часов в динамическом режиме. А водно-световое шоу под музыку можно будет смотреть с пятницы по воскресенье с 22 до 23 часов. Работа подсветки и водных струй синхронизирована с фонограммой музыкальных произведений Чайковского, Рахманинова, Свиридова, Хачатуряна, Доги, Артемьева и других известных композиторов.